новые ковры, чистые, постиранные, высушенные. Вот так вот. Ляля все сама стирает. Ну, машинка ей, конечно, помогает. Стирает. Но некоторые вещи она стирает вручную. Все вообще тут. Ляля, главная мама вообще-то Ивана. Ну, наверное, после Ольги Ивановны. Ольга Ивановна, тут, да. Ольга Ивановна, старшая мама Тайгана, да. Ну, эй, такая, смотри, какие дети. Что такое? Новенькая, чистенькая, скажи, можно записать? Можно записать, да, обязательно записать. А как же? Записюнять это все, да? Пометить. Ой, да, да, говори, это еще нами не пахнет. Что такое? Мы в прошлый раз так трудились, трудились, а взяли и чистое принесли. Смотри, они вдвоем. Такие, вон мама Ляля моет, намывает. Лапкой такой, давай поиграем, ага, да? Вот так вот, убери у двух лет, попробуй. Ага. Ой, смотри, как она наблюдает. Поваляться, поваляться надо, да? На новом ковре. Уже, смотри, царапки там, ага, поставила свои. И только. Вот так вот, друзья. Все делают. Все, что нужно. Вы даже не представляете, сколько работы, вот, чтобы все было как следует. Все вынести. Всем диванным экспертам привет. Приезжайте, устраивайтесь и помогайте. А не только с дивана кричать, что ой, не убрано. Ой, скажи, красиво, как теперь у нас. Красотища. Шерханчик. Я сейчас пристроюсь и эту красоту поправлю. Мы ее сейчас адаптируем под наш интерьерчик, да? Смотри. Осада, давай, давай. Ковер лежит не так. Срочно свернуть. Свернуть его надо. Вот он. Вот. Домыть вам. Сиди там, осады на коврике ровно, маме Ляле не мешаем. Ляля да еще домывает еще. Смотрите, шкодники какие. Ага, да, да. По второму кругу помыть. Так, проветривание закончилось. О, как страшно. Да. Вот так.